Павильоны у краевой больницы начнут сносить уже в ближайшее время, несмотря на протесты их владельцев. Сегодня первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов прокомментировал ситуацию с демонтажом торговых точек. Напомню, в минувший понедельник предприниматели пытались остановить этот процесс, перекрыв почти на 40 минут улицу Партизана Железняка. Сейчас некоторые бизнесмены пытаются оспорить решение о сносе в суде. Они уверены, пока нет вердикта, убрать их ларьки не имеют права. Нам, как пояснили в администрации, демонтаж в этом месте законный. По словам Владислава Логинова, суд не накладывал запретов на операции с павильонами на время разбирательств. Так что предпринимателям придется перенести свои точки на другие участки из числа альтернативных. Кстати, некоторые собственники свое имущество уже вывезли. На месте торговых рядов появится парковка для пациентов краевой больницы, потребность в которой очень высока. Мы с вами должны понимать все вместе. Есть краевая клиническая больница, есть новый корпус. У нас сегодня жизнь жителей края и персонал больницы требует, чтобы была доступность у жителей края, чтобы они могли приехать на машине, остановиться, прийти, пройти процедуры. Но извините, некоторые люди на костылях и инвалидных колясках.